Слышал, да? Начальник недавно ублюдка мелкого на суп порезал. Это уже третий за два дня. Что такое с вашим рыжим? Он совсем взбесился. Не говори так о Беле! У него есть причина! Что ж такое могло вывести его из равновесия? Бейсболист! Чертов бейсболист сдох! Его убила жертва! А, понимаю. Рыжий же поклялся, кажется, бейсболиста лично с дерьмом смешать. Ну тогда да, тогда все ясно. Они с бейсболистом соперники были. Да, поклялся! Теперь жертву ждет самая брутальная смерть, которую только можно выдумать! Но это уже проблемы Камолова. Лучше ему сразу нам сдаться, чем к пиле на цепи намотаться. Thank you.
Только сообщаешь мне.
Жертва, покажи.